Дэнс, добрый день, дамы и господа, давайте поаплодируем. Собрались, уселись, расселись, ура! Вот-то-то, давайте активнее! У ребят сегодня один из самых крутых дней в их жизни. Давайте им поаплодируем. Мы свидетели этого клевого, незабываемого, неповторимого дня. Ура! И сейчас я просто готов раздать деньги за какие-то интересные истории из жизни ребят, о которых, мне кажется, им тоже было бы приятно послушать. 2,5 года я жрал землю. За 7 лет обучения в Пете я реально очень много тайн о девушках узнал. И мужчины сейчас эти тайны вам буду рассказывать. Поаплодируйте, рассказывают тайны о девчонках. Такой вопрос. Поднимите руки те из вас, кто уже пробовал непосредственно держать клюшку в руках и метать шарик. Честно, поднимите. Кто играл в гольф, парни? Поднимите руки. Вы же пытались, да, пытались. Хотя бы, ладно, пытались именно. Не боюсь, я кричу, мне не страшно. Итак, Руслан, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, зачем вы украли букет, ну или зачем ваша команда украла, собственно, букет? На территории поля, сейчас прям раскрываю, до 150 метров есть один шар, который метнул непосредственно человек, который дал нам в аренду свое оборудование, это Наташа. Этот шарик золотого цвета, так называемый золотой снитч, кто читал Гарри Поттер, я думаю, знает, о чем я говорит. В общем, тот из вас, кто найдет этот золотой шарик, получит от Оксаны и Олега очень крутой подарок. Поаплодируйте, золотой снитч не ищем! Поаплодируйте, начинаем войну между свидетелями и гостями. Ура! Мне